бросилась. Я могу с тобой поделиться, чем хочешь. Мне пофиг, я лучше был с живым человеком, чем с таблетками. А он красивая фигура, и девочка, только я не вижу ее. Я зрение что-то плохо. Ну да, миленькая. Сейчас подойду, скажу. Не буду. Красивая фигура. Красивая. Красивые девушки вокруг. Они скажут по буквам продиктовать. А? Ну, желательно, ну, где ближе будет к свободному проспекту. Что это такое? А что у вас по-другому здесь? Я просто пьяный немножко. А что у вас происходит? Просто интересно, что здесь происходит. Что? Да кажется. Да. Так, слишком дорого. Мне нужен провод для подзарядки телефона. Сколько будет стоить? Ну, для подзарядки телефона вот такого. Вот. Сейчас я подойду, наверное. Нет, три упаковки достаточно. Три. Одну уже купили. Грязные корзины, место использованных телег. Ветераны, инвалиды эти сами. Продавцов кассиров требуется. Нифига такой зарплаты они не платят, поверьте. Я хочу летать в небе с Марией, с Ксенией своей. Летать в небе над морями. Я великий художник. Когда-нибудь я стану великим художником, я говорю своей маме. А когда Ежов мне сказал, тебе никогда не стать художником, я посмотрел на него вот так. Я великий художник. Работа не волк. О, смотри, великий художник здесь написали. Ничего себе, как модно, круто. Неплохой стиль, да, модно. Я великий художник. Я, кстати, родился в тот самый день и в тот самый год, когда умер, и в тот самый месяц, когда умер Сальвадор Дали.
А также, когда Гитлер родился, понимаешь? Ну или не, ну, не так же, но примерно там. Те же даты совпадают. Короче, мне пофиг вообще. Я лично никогда не грабил банки, но я не люблю банки. Грабить банки — это как Сталин. Сталин делал для народного, для этого, для партии. Вон там лес.